Вот, когда спустишься, откомментишься на камеру. И вот сюда вот нажимаешь 3 секунды, и она потухла. Прям до упора жмёт. Да, она... Ребят, как тихо, страшно. Тихо. А можно спиной прыгнуть? Кого? Не надо никуда. Еще страшнее спиной, поверь. Конечно. Это ужас спиной. Я прыгал с 40 метров, я это... Ой, как страшно. Что, можно, да, уже? Он обделался. Да. Да. Чего ты врешь? Обделался. Максим чуть-чуть соплями. Ой! Вот это я не думала, что будет так страшно. Зато запомнишь, он надолго? Ха-ха-ха. Блядь. Смотри, какие деревья. Вот, видишь, эмоции пошли уже. Неконтрольный выброс матов. Это очень страшно. Ты где стоишь-то? Вон туда, там еще страшнее, подойди. Не, ну человек первый раз, надо же его приободрить. Человек идет за страхом же сюда прыгать, а не за удовольствием, правильно? Вот я извращенка. Не говори вообще. Ну ты, значит, мы тут все это, собственно, такие. Там внизу нет ни одного нормального человека. Алена. Это очень страшно, знаешь? Конечно. Это очень страшно. Иди сюда. Вот там. Вот просто стоите и думаете, что это страшно, это очень страшно. А прыгайте. Вообще. Я уже сижу, все готово. Ух ты как. Ой, мамочки. Не смотри здесь, Алёна. Ой, мамочки. Тихо. Ты должна дать знать, что ты прыгаешь. Руку давай. Чтобы он отпустил давай, руку. Маятник. Голову нагни. Не бойся. И чё? Голову нагни и проходи сюда. Всё. Стой. Вторую ножку поставь. Вниз, вот, молодец. Давай еще шажочек. Вот на эту доску. Вот так вот, стой, как я. Давай, молодец. Все окей. Стой. На 3 столба. Нет, без столбов. Какой ужас! Ой, мама! Я все слышу! О, бля! Ребят, так круто, капец! Уже!